Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня самая, так скажем, забойная тема – это лишение депутатских полномочий Нуржана Альтаева. Кто не в курсе, вкратце поясню. На сайте Центральной избирательной комиссии появилась информация о том, что в связи с постановлением Бюро полицовета партии Нуротан полномочия депутата Мажлиса Альтаева прекращены, а сам он исключен из партийных рядов. Само постановление ЦИК датируется 30 ноября. Знаете, эта новость вызвала у меня смешанные чувства. Нет, в том, что партия предпримет меры в отношении своего члена, который активно критикует Нурутан, в этом я не сомневался. Просто меня удивила степень наказания, исключение из рядов партии и лишение депутатского мандата. Адекватное ли это наказание или все-таки перебор? Будем разбираться. Сначала предлагаю познакомиться поближе с господином Альтаевым, вернее, с его биографией. А она, ох, какая стремительная. Закончив вуз в славном южном городе Шимкенте, а родом он именно оттуда, Нуржан Бауржанович сразу же становится проректором своей альма-матер и лидером молодежного крыла партии «ОТАН» всей Южно-Казахстанской области. Напомню, что партия ОТАН является, так сказать, прародительницей Нуротана. Затем в судьбе нашего героя происходит резкий поворот. Из молодежного лидера Южного Казахстана он превращается в начальника отдела по борьбе с наркобизнесом МВД РК. Во как! Вот интересно, что сподвигло господина Альтаева на такие изменения в карьере? Ну а потом очередная метаморфоза. Разобравшись с наркоторговцами на веренном ему участке, он становится ⁇ Внимание начальником управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области ⁇ Вот объясните мне, где связь между наркобизнесом и предпринимательством? Ну да ладно, просто интересно, как растут люди из проректора в МВД, а оттуда в чиновники и места-то сплошь руководящие, и все это к своим 30 годам. Не буду пересказывать весь славный карьерный путь нашего героя, будьте уверены, она у него шла только в гору. Ну а три года назад, в самом конце 2017-го, у Альтаева случился апогей. Он был назначен вице-министром сельского хозяйства в 39 лет. Правда, пробыл он на этой должности всего один месяц. Затем сразу же стал вице-министром труда и соцзащиты населения. Там он просидел один год. Ну а в феврале 19-го и вовсе расцвет карьеры. Он стал депутатом парламента. Правда, нижней ее палатой мажилиса. Слушайте, вот мы с Нуржаном Бауржановичем практически ровесники. Однако он за свои 42 года кем только не был и все по верхам. А я вот как был простым журналистом 20 лет назад, так и до сих пор и являюсь. Вот не зря говорят, сколько людей, столько и судеб. Ну да ладно, вернемся к нашему герою. И все это время, начиная с молодых лет, во все годы своей головокружительной карьеры, он верой и правдой служил Нуротану и ее партийным принципам. А тут, ставший депутатом, членом фракции этого самого Нуротана, Альтаев вдруг решил, так сказать, покатить бочку на партию, на чиновников и на всю политическую систему нашего замечательного государства. Конечно же, всем интересно подоплека этого вопроса. Что сказал Альтаев и за что его попросили из партии и депутатства? Так вот, говорил он в последнее время много и часто с критикой, решил создать собственную политическую партию под названием Ельтрега, в переводе означает «народная опора». Причем стал привлекать туда в основном промышленников и предпринимателей. Из самых громких заявлений Альтаева приведу следующие. Я считаю, что политического плюрализма в Казахстане нет. У нас есть только партия Нуротан. У нас, говорят, есть ряд политических партий, но это все псевдопартии. Условно говоря, какие-то макеты, а не партии. Интересное заявление, не правда ли? Неужели, чтобы созреть до такого полета мысли, надо было стать депутатом парламента и много лет быть членом правящей партии? Да, Нуротан партия несовершенная, долгое время находившаяся в спящем режиме. К ней у многих есть вопросы, а у некоторых и претензии. Но партия, как и время, как и государство меняется, надеюсь, в лучшую сторону праймерис тому подтверждение. Ну а что касается псевдопартии, так и здесь грядут изменения. Уже законодательно закреплено, что в новом мажлисе все же будет парламентская оппозиция. И это большой шаг к настоящей демократии. Вот еще из его высказываний. Мы видим, что наши соседи говорят о том, что они являются лидерами нашего региона. Они не воруют у самих у себя, они пользуются этим моментом, становятся все сильнее, пока мы под воровства, коррупции, чиновничего беспредела сами себя хороним. Удивительно, о каких таких соседях говорил Нуржан Бауржанович. В каких соседних странах нет коррупции, воровства и чиновничего беспредела? У всех у них это все есть и цветет пышным цветом, так же как и у нас. И это не мудрено, ибо все мы вышли из одной шинели, советской. Так что если не будем активно бороться с этими хроническими болезнями, все мы окажемся похороненными под этой ржавчиной. Когда я говорю, все мы то я имею в виду и нас, и наших соседей. Что еще? В одном из своих выступлений Альтаев заявил, что большая часть богатств нашей страны сосредоточена в руках 162 человек. Скажу, что это не сенсация. Эту информацию, напечатанную в интернете, я читал еще более года назад. Но ни тогда, ни сейчас не были приведены ни факты, ни имена, ни фамилии. Зачем тогда голословно об этом заявлять? В подобных случаях таких людей называют популистами, то есть демагогами. Ну и, конечно же, всем нам интересно, из-за чего все-таки выгнали господина Альтаева из партии парламента. Так вот, по словам депутата Павла Казанцева, Альтаева исключили из партии за совершение действий, дискредитирующих Нуротан и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию. Заявление и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии Нуротан, пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата Мажелиса, тут уже не эпатаж и не отсутствие опыта, тут уже другое. Вот мне интересно, что тут другое может быть и как все-таки назвать Нуржана Альтаева за эти его действия? Может быть, вы, уважаемые зрители, дадите точное определение и порассуждаете на эту тему. Пишите свои комментарии и смотрите, конечно же, смотрите «Атомикен Бизнес».